Мишель! Только плодов с древа не ешьте, ибо умрете, сказал Господь. Не умрете, усмехнулся змей, не умрете, а познаете самих себя и станете как боги. И Ева вкусила, а вкусив, протянула Адаму, и тот тоже вкусил. И вдруг увидели они, что на них ощутили стыд, и сделали себе опоясание из листьев смоковницы. Я даю. Да вот оно бежит. Так. Значит. Здесь у меня перед кроватью стульчик стоит. Вся тетрадочка лежит и ручка. Сны, которые связаны с техникой, с наукой, с чем-то необычным. Я тут же просыпаюсь, зарисовываю лампочку для того и засыпаю. Утром потом смотрю. Ну как Менделеев открыл свою периодическую систему элементов? Иногда вещи снятся, иногда с первого взгляда они не имеют вообще какого-то практического смысла в свете сегодняшнего дня. Но там иногда снятся последовательность снов, связанные с чем-то, с какими-то научными идеями. Вот последнее, что мне приснилось, это сейчас человек в Томск увез эту идею. Это как сделать твердую воду при комнатной температуре. Это строительный материал будущего будет, если такое сделать. Твердая вода. С перестроенной атомарной структурой. Вот. И много у тебя такого? Много. Тебе никуда это не предлагал? Да, предлагал в свое время. Хорошего. Мне один фримуй сказал, говорит. Нас, говорит, тут 200 человек, говорит, работает в институте. А ты, говорит, один такой умный. Вот, значит, это такая есть у меня смешная тетрадка, о которой я говорил. Так, сейчас посмотрим. То, это не то. То, это не то, это не то. Куда он делся? Наверное, украли иностранные разведки. Вот и налет, пожалуйста. Вот это примитивная конструкция. Причем на борту ни грамма топлива нет. Это из области фантастики. Нет. Сверхмаховик, который в кожухе вращается, от одноземного источника разгоняется до, значит, примерно до 100 тысяч оборотов в минуту. В нем запасена энергия, столько же, ну, такая же энергия в этом маховике массой 200 килограммов, что и в 800 килограммов бензина чистого. Слушай, вот тебе не кажется, что ты велосипед изобретаешь? Дело не в велосипеде, дело в новых подходах, ты понимаешь? Это было перебыло. Допустим, электрон когда был открыт, кто знает? О, не помните. А физики до сих пор-то еще, ну, там придумали кварки. А что такое электрон, они до сих пор не знают. Вот электричество есть, светит во всех домах. А сущность электрона, волны частицы, так сказать, и философскую, физическую, никто не знает форму. А я начинаю думать, как это вообще, так сказать, тут начинаешь к идее Бога приходить. Понимаешь? А чего, зачем все это нужно, и смысл зачем этот нужен? Этого мира, этой вселенной. Закрой.
Дача очень помогает. Фактически все свое. Картошка своя, морковь своя, капуста своя, свекла. Так, ну что, соли немного? Дело в том, что вообще эти кваши не капуста, это искусство. Эти грибки, которые молочники вырабатывают, они чувствуют человека, который с ним возится. Вредный плохой человек, у него капуста вообще прокиснуть может. По гороскопу у львов не растет морковка. Да. По гороскопу, а у близнецов растет. Ну, по гороскопу, вот, положение-то о человеке, они сходятся очень-очень сходятся. Он водолей по европейскому гороскопу. Во многих областях, значит, он... Потом он, значит, общительный очень, но немножко он неприземленный. Он. А уже в таком возрасте пора бы на грешную землю опуститься. Сейчас. Тут никак не... А это что это такое за змеи? А! Это от самогонного аппарата. Это вот, значит, водяной холодильник. Это ледяной, но это никогда я не использовал. Ой, были времена, когда... Паял ведро я тут делал. Были времена, когда была, так сказать, водочка дорогая. И дело. Самое главное то, что здесь связано с чем? Я гнал самогон лежа на кровати. А аппарат у меня стоял на кухне. Самогонный. Через телекамеру. Показывал телекамеру. Я, значит, у меня там стоит аппарат, наведена телекамера, все проведено. А вот здесь передо мной телевизор. Пожалуйста, значит, весь процесс тут наблюдаю. Температура там. На компьютере все. И можно очень, ну, очень просто и дешево. А потом невыгодно стало, потому что сахар стал дорогой. А самогон был очень чистый у меня. Первач. Попивал, да? Нет. Друзья приходят, знакомые, к родителям. Я сам вообще не пью. Так, редко, по праздникам. Thank you.
Если взять всю историю науки, то большинство людей, которые сделали действительно великие открытия, они не были узкими специалистами, они были очень разносторонними. А западная модель науки, она чем плоха? Она из людей делает очень узких специалистов. Дефицит с идеями, с новыми. Они почему за нашими мальчишками охотятся? 14, 15, 16 лет. Туда их в Израиль, там в Америку приглашают учиться, потому что у них не нужна свежая кровь. Мозговая. Свежие мозги нужны. Сейчас тяжело, конечно, это все экономически. Сложно все. Вот. Когда регулярно, ну, в принципе, на кусок хлеба всегда себе можно заработать, когда руки есть там. Вот. Когда руки есть, можно на кусок хлеба зарабатывать, остальное все это. Все равно, да, рубашка провалась, можно зашить там. Самое страшное, что я чувствую, что я глупее с каждой секундой. Ну, правильно говорят, много знаешь, быстро состаришься. Чем делать? Это классика, это чем больше диаметр круга твоих познаний, тем больше радиус соприкосновения с неизвестным, этой окружности. Причем этот радиус растет гораздо быстрее, чем диаметр круга. Это закон такой есть. Так что я даже завидую тем людям, которым ничего не надо вообще. В какой-то степени. Ну, у них есть такие бытовые проблемы, какие-то очень простые. И все. А когда начинаешь задумываться над какими-то такими серьезными, почему, как, вообще зачем это нужно, начинает болеть голова. Очень сильно. Ну, в принципе, я себя не чувствую оторванным. Я хотя бы знаю о том, что во мне, так сказать, вся Вселенная заключена. Я себя не чувствую оторванным.
И летом, и зимой, когда чисто небо, хожу смотреть на звезды. Я сделал телескоп себе. Смотрю на звезды, смотрю на планеты. Вообще люди сейчас в больших городах, они не видят звезд. Это надо только посмотреть на Млечный Путь, чтобы почувствовать глубину. Это человек, вот, живя вот, в четвертом измерении, он воспринимает это как время. А на самом-то деле мир одновременно существует в прошлом, настоящем и будущем. Он един. Если в любую систему не вносить энергию, она разрушается. Так же и в жизни. Это закон природы, это энтропия. Вот звезды противостоят энтропии, значит, человек противостоит энтропии, весь свет противостоит энтропии. Вот модель дьявола, абсолютно черное тело. День – свет, Бог, ночь – тьма, дьявол. Дьявол – дьявол везде, так же, как и Бог. Но я за, короче, за полтора года 4 телевизора сожгла. Ну, горят они у меня, а чё, я откуда знаю. А эта техника просто тебя не выдерживает. У нас вот... Ну, я как у меня друг Витя был, он тоже, он сломал на моей памяти 6 или 7 магнитофонов. 2 телевизора сломал, всё меньше. А никто не верит, я что буду объяснять-то? Труба подзорная. Дома убирался, всякий хлам оптический был. И вот, что-то так лень было убираться. Окуляр нашел, линзы нашел, объектив нашел, корпус нашел. И за 4 часа собрал трубу.
Она вся разбирается. На запчасти. О, ее все можно разобрать, если нужно. Ой, еще идет приближение метеорита. Такого? Не знаю. Это пусть ученые считают, а я коммерцией занимаюсь. Надо родить свое дело открыть. Сейчас сложнее, раньше было легче. Мозгов побольше не нахапались, ну там... По-моему, какой... не мозгов больше, а наглости побольше. С какой они культурой, не надо. Знаешь, они деньги просто так не даются в любом случае. Ты просто никогда не зарабатывал и не знаешь, как они даются. Я свой труд продать не могу. А ты говоришь, деньги зарабатывать. Деньги надо ради чего-то зарабатывать. Что их? В котел положу, что ли, и сварю кашу из них. Я не сварю из них кашу. Во-первых, ты не можешь их зарабатывать и не будешь никогда зарабатывать. Ну зачем такая... Потому что нет у тебя такого. А ты говоришь, как для чего? Ну ты этим же занимаешься, своим радио вот этим вот. Что там о чем-то мечтаешь? Ты как без денег-то все это воплотишь? Не надо говорить, что ты никогда не сможешь чего-то сделать. Мне было столько возможностей заработать огромные суммы денег, понимаешь? И были предложения уже, подходили ко мне. Кому подслушать надо, кому бомбочку в автомобиль подложить, радиоуправляемую. Это все можно сделать. У меня хватит знаний. Это не хочешь этим заниматься? Я не хочу этим и не буду никогда заниматься. Даже если меня, так сказать, я лучше, как говорится, пускай меня убьют, но взрывать человека, пускай даже нехорошего, я не собираюсь. Люди создали вокруг себя техносферу, эту внешнюю среду, но внутренний мир человека остался невостребованным. Он не развивается, не совершенствуется, а ведь... Внутри человека целая галактика находится.